Всем привет! И тут буду показывать, как я наношу паталь. Наношу специальный клей для патали сначала. Вот так вот у меня чуть-чуть засох. Ну, тут лишнее сейчас уберу. Но даже после засыхания довольно такой липкий, клейкий. И даже сейчас на него можно паталь приклеить. Ноготь немножко сломан, поэтому неудобно отлеплять. Я его обычно вот так вот в крышечку чуть-чуть капаю. Беру кисточку, она, видите, небольшая и плоская, с ровным краем, поэтому удобно наносить линию. Почему именно этот клей? Можно ПВА. Первые свои работы с паталью я наносила на ПВА клей. Но его вот наносишь, и сверху, когда кладешь паталь, он под ней растекается. Если дождаться, пока он высохнет, но будет не растекаться, то на него паталь, ну, плохо очень будет клеиться, он будет такой уже подсохший. А этот, наоборот, он, ну, вот жидкий, пока жидкий, потом наносите, и нужно как раз подождать, пока он высохнет. И когда он высыхает, он остается очень липкий, как скотч. Прям вот пальцем потрогаете, он, ну, сильно клеится. И на него легко наклеивается паталь, он не растекается, и наклеивается паталь именно там, вот, где нанесли клей, там он и остался, именно вот, ну, четкую ровную линию им удобно сделать. Вот. Ну и кисточка такая с ровным краем, небольшая, ей тоже будет удобно сделать линию там, где вам нужно. На этом как бы все секреты, на этом все. Далее просто кистью наносим линию. Я хочу сделать линию тоненькую, чтобы она, потому что работа и так, тут много цветов, может быть, даже перегружено немного. Ну, тут уже как кому нравится. Ну вот, на мой взгляд, можно было сделать меньше цветов, такую более минималистичную. А одно дело пионы, да и пионы можно минималистично сделать, а другое дело магнолия. Мне кажется, она более такой минималистичный цветок. Ее можно было сделать поменьше цветов. Но сейчас тоже хорошо. Это, повторюсь, кому как нравится. Такая композиция тоже вполне может быть. Впервые делаю серебряную паталь. Почему решила серебряная? Ну, здесь по цвету подойдет и золотая, и серебряная, потому что... Ой, не туда линию провела. Потому что работа в холодных тонах, в принципе. Но с сиреневым хорошо сочетается золотой. Это будет прямо тоже такое подкупающее сочетание, если делаете что-то золотым, какие-то элементы. Вообще не испортите. Я делаю серебряную, потому что ее никогда не делала. Решила для разнообразия сделать серебряную паталь. Изогнутую такую линию я уже делала в одной работе с акварелью, с маком. Я ее даже могу найти. Сейчас нанесу клей и покажу вам. А, еще вот тут между веточками нужно соединить. Туда немножечко вверх пойдет. Так. Да, немного получается такая ломаная линия. Может быть, это потом можно будет подправить. Ну, не может быть, а это потом можно будет подправить, но если будет желание. Может быть, это и не нужно. Может, ничего страшного. Нужно же, да, чтобы полное было ощущение, что линия проходит. Что она там не прерывается. Тут она у меня прервалась. Тут я не подумала, что нужно будет делать переход. Четкий. Потом, когда нанесу паталь, будет уже четко видно, где эта линия и надо ли подправлять.
Я сейчас еще на второй телефон для рилсов сниму. Так, здесь она продолжается. Лежи. И тут я ее намеренно делаю, как говорила, поверх веточки. Чтобы показать, что веточка, что ж ты катаешься-то? Чтобы показать, что веточка за ней, за поталью. В конце покажу работу с маком, с золотой поталией, тоже с такой извилистой линией. Ну и тут она уходит уже. Тут чуть-чуть просвечивает. Тут. Ну вот и все, в принципе, с нанесением клея. Дальше будем наносить поталь. Тут у меня, как обычно, остался клей. Как обычно, засохнет. Попробую, может, туда. Иди домой. Сейчас покажу работу с маком. Как раз клей чуть подсохнет и... Кисточку сразу мойте или сразу в воду кидайте, потому что клей такой резиновый и застывает, ее потом будет невозможно отмыть. Я пока ищу работу с маком. Я уже думала, не найду. Думала, вот пообещала, сама найти не могу. Вот такой был вариант. Тут золотой поталью тоже. Золотая ленточка, ниточка. Может быть, ее тут можно было за. А может быть, я специально, да, специально ее впереди сделала, что она за большим маком, но впереди маленького. И здесь тоже. Здесь впереди, а здесь за.
такое какое-то ощущение дает трехмерности, что что-то ближе, что-то дальше, ниточка где-то там вперед-назад выходит. Такой вот маг. Это, кстати, тоже по уроку. Урок акварелью с маком. Ну что? Открываю мою прелесть. Впервые мне эта пачка лежит, я ее впервые открываю. Ну, вот так выглядит серебряная. Конечно, да, в этой пачке поудобнее доставать и наносить. Вот. Золотая поталь у меня в такой пачке, такой фирмы Daily Art. И здесь бумага эта сгибается удобно. В общем, сейчас буду по кусочкам отрывать. Можно, конечно, целыми кусками класть, но это будет не очень экономно. И сверху я ее буду довольно мягенькой кисточкой приглаживать. Я даже этот кусочек поймала и приклею. Да, старайтесь кисточку в клей не окунать, а то она тоже испачкается и испортится. Большой оторвался. Попробую его порвать на маленькие кусочки. Ну и вот в таком темпе. Я даже не знаю, насколько нужно... Видно было? Насколько нужно полностью снимать, как я буду все это накладывать. Тут кусочек можно где-то позаимствовать и вот сюда добавить. Я вижу тут дырочка. Если что-то где-то не наклеится... Потом добавим, вы потом снимете поталь, увидите все недочеты. Я, наверное, к этому уроку прикреплю фото моих работ с паталью. Какие варианты могут быть?
Так. Рилсы сами себя не снимут. И вот так во время урока чуть-чуть рилс. Ну вот процесс создания. Потому что урок записываю в горизонтальном формате, чтобы вам с компьютера, с ноутбука видно было хорошо. Он не подойдет для рилсов. Для рилсов нужно отдельное видео. Вот еще снимаю. Я к тому, что вы тоже снимайте, не ленитесь. Так, что-то не разрывается. Ну и сверху точно так же. Это кусочки тут оторвались. А, тут, конечно, нужно приловчиться. Вы не смотрите, что ой, у меня так, как у вас, не получается, у вас так все ловко. Первые мои разы работы с Паталью были совсем не такие, как сейчас. Я психовала, я там боялась подышать, я закрывала окно. Ну, кстати, вам тоже советую, если окно открыто, закрыть, потому что Паталь легкая. Будет. Мешать вам сквозняк. Вот, это все приходит с опытом. Сюда хочу. Между веточками вот этот кусочек. Так, этот кусочек побольше. Его хочется где-то где побольше. Да, очень неудачная упаковка.
Так, вроде все. 20 минут. Деталь наложена. Так, и кусочек остался. Края тут мнутся. Очень странно. Убираю сразу, чтобы не разлетелось. Ну что, можно будет снимать. Снимать нужно кисточкой, чтобы она была не очень жесткая, не очень мягкая. Очень мягкая вам не снимет маленькие кусочки, а очень жесткая может поцарапать поталь. Ну, вот такая средняя, кстати, и для акрила она хороша, и для снятия потали. Я кусочек сниму при вас, остальное оставлю, мне нужно для рилсов, потому что для рилсов нужно картину на мольберт поставить. Ну, тут как бы ничего сложного, вот так вот трете. Клей довольно быстро сохнет, то есть мы, когда накладывали поталь, он был высохший уже. Ну, для уверенности можете там минут 5. Ага, вот тут, кстати, что-то и не высох, что ли. Подождать. Ну, окей. Ну, вы видели, вот я начала. Наверное, кисточка в клею испачкалась. Ай-яй-яй. Будет отмывать. Ну, такого плана. Так вот снимайте. Остается серебряная полоса. По-моему, я сделала широковатую. Можно и поуже. Снимаем таким образом. Кусочки эти можно выкидывать, можно складывать в баночку на потом. Я складываю, но еще ни разу ими не пользовалась. Не знаю зачем, но пусть будут. Всем успехов! Творите, фантазируйте, придумывайте свои какие-то идеи с поталью. Там, не знаю, может быть, где-то какая-то у вас там веревочка будет завязана на веточке или что-нибудь такое. Только не на этой, чтобы эта веточка уходила назад. Да, она у нас второстепенный герой, на ней не акцентируем внимание. Это я так показала для примера. Вот, может быть, я не знаю, там какую-то стрекозу серебряную сделаете или бабочку. Но с бабочкой тоже аккуратно, не перегрузите работу. Очень так минималистично. В общем, фантазируйте. И успехов, увидимся в следующих уроках.